Большая премьера. С 15 марта в казахстанский и российский прокат выходит художественный фильм «Шестой пост». Сюжет основан на реальных событиях – побеге осужденных из тюрьмы в Актау в 2010 году. Рискуя жизнью, их остановили военнослужащие Нацгвардии. На предпоказе остросюжетного боевика побывал Илья Кудряков. Фильм «Шестой пост» основан на реальных событиях. Его сняла казахстанская кинокомпания «Аю Синема» совместно с агентством «Хабар». Режиссер-постановщик Серикбол Утебергенов. Мы вот на этом реальном фильме можем воспитывать молодежь, перспективы будущего казахстанского молодежь, который глава государства что хочет? Он хочет, чтобы нас заменял патриот нашего государства. 22 июня 2010 года потрясло всю страну. В Мангыстауской области из колонии строгого режима попытался сбежать 21 заключенный. Опасные преступники не остановились бы ни перед чем. Их плану помешал солдат-срочник. Ербол Атарбаев был в карауле. Он убил троих заключенных и сам едва остался жив. Остальные скрылись. Но благодаря слаженным действиям бойцов Нацгвардии беглецов удалось задержать. Фильм снимали около года в войсковых частях Алматинской области. Задействовали больше 2000 военнослужащих. Оперативного назначения отрабатывают приемы со специальными средствами. Стрельба, ненависть, смерть, а еще дружба и любовь. По сюжету фильма судьба свела двух друзей детства в колонии, но они по разные стороны колючей проволоки. Один солдат срочной службы, второй заключенный, отбывающий наказание за убийство девушки. В тюрьме он попадает в радикальную группировку, члены которой планируют побег. Зрители весь фильм переживали за судьбу главного героя. Впечатление очень хорошее. То, что у нас не перевелись патриоты еще уже в Казахстане. Очень хорошее впечатление. Фильм такой поучительный, патриотический. Я думаю, что этот фильм стоит посмотреть молодому поколению. Интересный фильм про Нацгвардию. Давно ждали этого фильма, чтобы немножко показать ту службу, которой мы занимаемся. Показ фильма начинается 15 марта во всех кинотеатрах страны. Также он выходит и в российский прокат. А в конце месяца в эфире телеканала «Хабар» покажут сериал «Шестой пост». Илья Кудряков, Михаил Казначеев, новости МТРК.